Ребята, всем привет! Сегодня у нас суббота, 5 октября. Мы наконец-то, когда пошел дождь, решили заклеивать балкон. Ремонтируем как можем. Нам, конечно, советовали купить пленку, которая используется для теплиц. Вот, но это может быть уже в следующем году, если мы здесь будем оставаться. Будем уже грандиозные ремонты делать. Пока все временно. Вот, вот эти два окна у нас были вообще порваны. А это у нас сейчас ремонт. Надо купить еще пленки много-много метров. Вот, отремонтировали вот эти два окна. Полностью пленка порвалась. И здесь один сейчас... Леша ремонтирует. А не видел, мы в коробку тут эту складывали. Приносил? Да. Вот сюда в коробку эту складывали. Так, я мяту хочу убрать, чтобы ты ее не сломал нечаянно. А вот и мои помидорчики. Я прищипываю верхушки, оно опять начинает расти, пасынок, боже мой. Как растение хочет выжить, вы представляете? Как оно хочет жить. Я говорю, верхушки сломала, опять пасынок новый, прикинь. Мои хорошие. Ну да. Вот эти надо сорвать, уже даже эти пожелтели. Вот желтенький помидорчик. Вот остался этот, он уже желтеет. Вот этот зеленый, этот тоже желтеет. Ну и все, остальные все уже красные. Вот еще два маленьких. Вот такой урожай. Уже такие они страшненькие, засохшие. Ну ничего. Работу свою выполнили. Спонсор нашей программы. Степлер. Вот такие штучки для фиксации. И скобы. Ура! Все, кто спал. Джун сразу трется от всех. Хвост вверх. Все хорошо. Максимум. Куклачев. А Максику две только. Вот так. Скажи, папа, раздразни его только, да? Все. Все остальные прозевали. Все остальные спят. Ого, Джон вытянулся. Джон вытянулся.
Так, ребята, пришло время готовить обед. Как я вам уже показывала, я купила куриные сердечки. Я уже их очистила, обрезала сосуды, лишний жирок. Внутри иногда попадаются сгустки крови, все это вычищено. Подготовила морковь, лук. И нарезаю лук. И морковь тоже буду нарезать мелко. Кто хочет, можете натереть на терке. Лук нарезали, выкладываем на сковородку. Обжариваем. Тем временем нарезаем морковь. Я вот такими буду полосочками нарезать. Ой. Вот так. Нарезанную морковь добавляем к луку. Минут 5 обжариваем. Теперь добавляем сюда сердечки. Снова перемешиваем. И обжариваем минут 10. И давайте теперь будем делать заправку для наших сердечек. Для этого нам понадобится сметана. Я все делаю на глаз. Так. Добавляем сюда муку с горкой, ложечку столовую. Чуть-чуть добавим водички. Перемешиваем. Сюда же добавляем немного кетчупа. Немного соуса терияки. Немного горчицы. Любимые приправы. Добавляю кориандр. Черный перец. Паприка сладкая. Паприка копченая. Приправа курицы, сухой чеснок, и зубчик чеснока натираем на мелкую терочку. Можно чеснока больше, это уже по вашему вкусу. Маленькой соберу. Вот он, Антон, весь. Вот так. И перемешиваем. Пробуйте заправку на вкус. И доводите до совершенства. Я добавила еще немного терияки. Вкусно. Такой получается кисло-сладкий. И послевкусие немножко горчицы. Пряно так получается. Класс. Знаете, как понять, что сердечки уже готовы? Они начинают стрелять. Вот это сигнал, что пора их заливать соусом. Заливаем, перемешиваем, закрываем крышкой, уменьшаем огонь, тушим 5-7 минут. Все, ребят, 5 минут прошло, я уже сняла пробу пюре. Это очень-очень вкусно.
Гарнир может быть любым. Рис, картофель пюре, макароны, спагетти, гречневая каша. Все, что вам нравится. Приятного аппетита. Мерси перешла на зимний режим. То есть теперь до теплого времени года мы ее не увидим. Она постоянно будет где-то зарыта. Вот она в теплой кофте и еще в моей пижамной кофте. Все. Спи. Тепло? Тепло ли тебе, девица? Ребята, я вам показывала, что мы покупали вот такое печенье от фирмы Lucas с апельсиновой начинкой и с малиновой. Рекомендую. Очень вкусное. Прям заходит на ура. И еще Люша этой же фирмы купил в Элмарте вот такие конфетки. Они там с разной начинкой. Это соленая карамель. Там еще несколько видов есть. И сейчас в Элмарте они по акции. По-моему, по 150 гривен за килограмм. Вкусные. Как маленькие зефиринки в шоколаде и внутри начинка. Вот так это выглядит. Отварила спагетти. Будем пробовать. Вкусно. Очень вкусно. Да, готовьте. У нас уже вечер, воздушная тревога. Ожидаем приближения БПЛА. Они уже в Печерском районе. Может быть громко. Всем желаю мирной, тихой ночи. Увидимся с вами очень скоро. Пока-пока.